Мужчине позвонил неизвестный и представился следователем. Ранее потерпевший приобрел себе БАДы. Звонивший рассказал, якобы товар был некачественный и обещал перечислить компенсацию в размере 9 миллионов рублей. Однако для активации перевода необходимо было перевести сумму налога, услуги, страхования и оплатить перевод денежных средств. Злоумышленник уверил, что все оплаченные расходы вернутся вместе с компенсацией. Мужчина доверился и лишился сбережений на сумму более 5 миллионов рублей. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По подобной схеме были обмануты еще трое нижнекамцев. Звонившие представляли сотрудниками службы безопасности одного из банков. Мошенники пояснили, что с их карт неизвестные пытаются украсть деньги и предложили обезопасить счета. Выполнив ряд банковских операций, потерпевшие лишились более 350 тысяч рублей. За прошедшие сутки в дежурную часть поступило 4 заявления от горожан, которые стали жертвами мошенников. Полицейские напоминают, не совершайте действия, которые вам диктует неизвестный собеседник. Не называйте данные своей банковской карты и не переводите денежные средства на незнакомые счета. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, новости НТР.